на воду, раз его в борт, потом должен был подниматься и брать людей с воды. Однако при подъеме с воды предположительно заключение будут давать техники. Положительно произошел отказ двигателя. Вертолет с высоты примерно 3-5 метров упал на воду. Попытался запуститься при запуске и попытке взлета, коснулся лопастями воды и перевернулся.